κάνει κομποζίτορ, η όμως ανημάει το τσινασόπιν μίστη από βαψί βιβιστόρια κομποζίτσια. Ον ρομάντικ αβανγκάρδα. Το είστε, ο αβανγκαρδίσμα βνουτρή σου, σου ή τόσο εποχή, ράζνη εποχή. Το είστε, αρτιόμως ανημάει μίστη από μπρούκνερα, αβανγκάρδνη μουσική. То есть совершенно такой, он сам по себе, он как бы не сливается с другими, он отдельная категория. И мне удалось очень большое счастье в жизни встретить этого человека и играть его музыку, которая это каждая нота написана с очень глубоким вдохновением, кровью, как сказать. Это из композиторов, которые очень сражаются с материалом, чтобы создавать то, что создают. И таких просто людей очень редкие, особенно в наше время, когда все знают, в принципе, как шевелиться к успеху. У нас есть люди, которые, в принципе, так по-старому и по-новому в другом стране сражаются с материалом очень, очень мало. Вот Артемов один из них. И то, что я дружу с ним, это большая, большая честь. И очень мечтаю найти больше времени, чтобы понять все его работы.